Смерть Тахира расставила все по местам. Пора убить Руфио. Синайское братство на грани уничтожения. Он у каменоломни? Нет, в Арсеное. Скорее всего, он на своей Октареме. Он умеет защищаться и вселять истинный ужас в сердца людей. Где не справились полководцы, я преуспею. Ноги моей не будет в проклятом краю, но дикари склонятся предо мной. Мы нападем на него вместе. Да, наша очередь. Так что, Рим — это хаос? Или триумвират несет мир? Рим — как треснувшая стена. Им правят пьяница, безумец и глава Ордена. Октавиан всех нас пугает. Руфио сбежал, и я краем уха слышала, что произошло в убежище. Но в Риме есть и добрые люди. Что в Мемфисе? Незримые держатся. Но пока нет фараона, мы в беде. Я боюсь, что наши храмы продали. А еще есть Клеопатра. Она принесла величие Александрии. Тут я не спорю. Баек! Баек! Скорее помоги нам! На деревню напали! Во имя Амона, ты меня знаешь? Грязные наботы! Прочь с римской дороги! Настоящая резня! Защищай набатеев! Безумие! Зачем им мирные жители? Что-то не так! Кажется, это все. Я осмотрюсь для верности. А я пойду к Руфио.
Ира, Тилгеф. Лучше не привлекать внимания. Будьте покормить льва. Останется голодным, скормлю ему вас. Видите? Qui me mitas, stercore! Это за Тахиру! Ты меня не сломаешь! Зачем вы лезли в мои планы? Незримые никогда не дадут Ордену Древних вздохнуть спокойно. Так это правда. Незримые существуют. Процветаем! Странно, что цели у нас одни. Мир, порядок. Но жить будут наши идеи. Убей меня. Но мы останемся. Цезарь установил порядок, прежде чем твоя трусливая жена пырнула его в спину. Наша сила горит в тенях! А тени создаем мы. Незримый упокоит тебя! Анубис ждет! Руфио мертв. Нужно сказать ему Нет.
она порадуется. Esse volumes. Aiutate! Putre, Eus? Oh!
viendum juvenes! Solicti oprevisci teretras! Мир продлится, пока Рим не пришлет нового. Конца этому нет. Незримые должны научиться выживать так же, как Орден. Есть более насущная проблема. Гамелад. Люди смотрят на него, как на бога, и восхваляют все, что он делает. Он сражается за свободу. Мы с тобой видели бойню. Я говорила с жителями. Такая резня здесь не редкость. Каждый раз мятежники Гамелата задевают римлян. Повстанцы прячутся среди мирных жителей. И ответ римлян достается самым уязвимым. В бою гибнет много невинных людей. То есть он делает это специально? Именно так появляются мученики. А их семьи мечтают отомстить римлянам. То есть он устроил резню, чтобы набрать больше народу? Это уже не в первый раз. У его мятежа ужасная цена. Он же друг. Вспомни. Клеопатра была мне больше, чем другом. И я так ей доверяла. Ты помог мне прозреть. Я с ним поговорю. Гамелату удалось меня поразить. Он что, поднял мятеж ради собственного могущества? Вряд ли. Скорее, он настолько верит в это восстание, что не думает о цене. Он и впрямь считает жертв мучениками. И забывает, что лишил их выбора. И это работает. Когда римляне пришлют нового генерала, он вновь так поступит. Умри, тварь! На! На нас напали! Представь, что будет с твоей семьей. Ко мне! На помощь! Ты тварь! Представь, если б только твой отец слышал... Их много! Mm.
Ты да! угрожаешь мне? Расскажи о жизни в Риме. Чудесное место. Интриги, предательство, коррупция. Лучший город для незримого. А я-то ждал рассказа о винах. Вина там хорошие. Загляни как-нибудь. Попробуем вместе. Может, и загляну. Впереди. Его окружают повстанцы. Для них он бог. Нельзя драться с ним у них на глазах. Пал Руфио! И так же Рим падет! О, восславим же незримых! От Рима нас освободивших! Эй, ты что, совсем глупый? Как же ты молод, а? Заточен, подходи, дуатель. Солдат, посмеемся! Тонущий в не с чего мне смеяться. Ох ты, несущая какие мы серьезные! Зачем же ты пришел? Неп, где твой вождь? Гамелат на охоте у оазиса. Почтить моего отца, убитого римлянами. Гамелат. Надежда на Батеев. Придется их всех разочаровать. Баек, в чем дело? Это ты виноват в бойнях. Погибло множество людей. Я показал людям истинную жестокость римлян. Благодаря мученикам многие воины продолжили бой. Мученики? Что стоит жизни деревенских жителей перед всеобщей свободой? Горстка деревенских жителей? Им не дали выбора! Баек, ну что за чушь? Мы на одной стороне! Нет. Мы будем биться. Да будет так. Ты станешь великим мучеником. Ты дорож незримый, но у меня самый крепкий щит на Синае. Закончено, Баек. Я подбегаю. Если не победить, незримый. Совсем этого не хочу! Пора покончить с этим!
Свобода не должна вредить жизням невинных. Они имеют равный вес. Мое сердце пора возложить на весы Анубиса. Твой пыл заставлял его биться слишком сильно. Безвинных нужно всегда защищать. Страсть солнцем сияла в моих глазах, слепя их. Ты правильно поступил. Я принимаю смерть. С этого дня незримые не поднимут клинка на невинных. И да будет так. Да найдешь ты покой в Дуате. И пусть незримые живут до скончания дней. Величайший предводитель Гамелад мертв. Но память о герое останется в сердце Синая. Убийцы миллиона мучителей. Гамелада, божественной стрелы, больше нет. Разрушим их грезы. Пускай чтут героев. Пока о незримых позабыли, и это нам на руку. Гамелад умер ради высшей цели. Больше никаких лишних жертв. Мы не ошиблись? Наше убеждение. Мы обязаны передать всем, кто принес клятву. Пусть познают истинное кредо. Незримые рассредоточатся от Петры и до Иудеи. Навеки. Кредо должно будет пережить нас. Кредо должно быть превыше всего. Вернувшись в Рим, я буду говорить не о героях, а о дисциплине и стойкости. Амунет, наставница этого братства. Наш дух неугасим. А клинки неутомимы. Ошиблись.
Озеро слез высоко над равнинами. Аполлон хочет, чтобы я нашел венец охотницы. Уйди с дороги! Сабики! Готов служить! Уйди с дороги! Мы духаем! Эй! С дороги! Ханамес нефер! Шемени несу! Тенате! Прочь с дороги! Что это было? Нужно фивы! Самому идти по пескам тяжело, а с караваном легко и приятно. Байек, это не письмо, а сигнал тревоги. 4 года прошло, 4 долгих года. Но Кредо все гонит нас вперед. Я перехватила посланника с вестями об еще одном артефакте. На этот раз в Верхнем Египте. Отправляйся в путь. Передай это Мерти. Ты сможешь найти ее возле Луксора. Мы не друзья, она у меня в долгу. Остальное выяснишь сам. Найди артефакт любой ценой. Не позволяй никому обрушить его силу на тех, кого мы некогда поклялись защищать. Приветствую! Приветствую, Фива! Нужно жилье? Щит побольше. Личный страж. Это еще что? Проклятие фараона! Клянусь, Ра. Он ударил ее? Всего-навсего выдумка! Она придет!
Я невиновна! Вернись в Дуат! За что фараоны карают нас? Эти люди невиновны! Фараон, защити! Я всего лишь пару драхм! Защити всех Есть нас! Есть те, кто хуже меня! Меня так просто не убить! Кто тебя вызвал? Тот, у кого в руках артефакт, вызывает при помощи него мертвых. Я должен спасти жителей Фив от этого проклятия. Амунет сказала ее человеку Луксора. Хенхерриет! Хаттему! Ты знаешь, что проклятие сделало с Фивами? И со мной! Я остался один! Твой дядя еще ж... А, тебе удалось выжить? Теперь о тебе узнают все Фивы! Никому не рассказывай обо мне. Хватит сутех. Конечно. Филакиты не узнают о человеке со смертью во взоре. Ты должна мне помочь. Вот, держи. Что это? Откуда он? Мне дала его Айя. Ладно. Что тебе нужно? Редкий артефакт. Именно он вызвал проклятие. Быть может. Слухи, домыслы. Реликвии украли из гробницы фараона. Некоторые говорят, что из-за этого нас настигло проклятие. Я должен его найти. Здесь, в Фивах, большой черный рынок. Тайные аукционы, редкие товары. Поговори с торговцами у доков, они знают. Передай Айе, мы теперь квиты. Я иду на юг. Проклятие уже слишком близко. Кому мне задавать вопросы? Найди Исидору, супругу бога Амона. Она понимает проклятие лучше меня. А. Эй, ты! Замри! Мы вглядываемся в бездну. Как мне толковать сны, если я не могу рассеять туман своего видения? Что показали боги? Я у глубокого колодца. Слышу стервятников, и кто-то произносит мое имя. Боюсь, греки забрали бесу. Колодец — символ заключения. Солдаты отважились забрать мастера тайного? Проклятие, дурные предвестия. Люди в отчаянии. Если греки забрали бесу, он в Луксоре. Я найду его. Спасибо, Неп. Да будет твой путь безоблачным. Спокойно. Скажи мне, что ты видела?
Мертвый царь, поедающий кишки моих детей. Где беса? Мне надо поговорить с мастером тайного. Он вернется, но... Ушел. Фараоны преследуют нас денно и ночно, а он покинул Фивы. Солдаты попрали веру. Как они могли схватить мастера тайного? Нужно быть осторожным. Стоять! Дай пройти! Эй, ты! Стоять! سجريت ختم سدريح تحدي بعريخاد حاج انت ست بين يا ست هركفتيو كيف عن ايرن بعد حيات نجوت اير هان تشيرو هرب هروي رحيم شعاد بريت تعويه خت مركبت تعويه شاي حبه خابل ايه نبقي من التردات قابس نفر رحيم شعاد مري تعويه يهينو ونردات خسيه كم هو انسنف كيف عن ايرك بعد حيات نجوت اير شو شو دي ها دي شو يو ويش هو ميتا يا ريو شمبني نسو تناتم
А, рад встрече. Увидимся. Ирапинест! Если кто-то посмел украсть реликвию, я должен узнать имя вора. Где бы найти что-то редкое, да подороже? А что ищешь? Побрякушку для подруги? У меня есть все, Нэп. Самые лучшие товары в Фивах. Я ищу что-нибудь редкое или дорогое. Разыщи Сиамуна, если тебе нужны такие товары. Лучше в Фивах не сыскать, поверь. И это весь товар? Мне сказали, ты продаешь артефакты из гробниц. Реликвии сейчас не пользуются спросом, Нэп. Людей интересует защита от проклятия, скарабеи, амулеты. Добро пожаловать в диковинки Сиамуна. Ищешь что-то особенное? У меня редчайшие товары в Фивах. Артефакт из гробниц. Такое сокровище будет стоить весьма немало. Но не здесь, Нэп. Солдаты глупые, но их мечи острые. Идем. Немногие торговцы ведут дела с чужаками. И почему же? Это самое сердце черного рынка. Реликвий полно. Жулья еще больше. Но Сиамуну ты можешь верить. А другим торговцам что, не стоит? Я бы не стал советовать гостю Фив связываться с ними. Особенно обремененному богатством. Будь осторожен, Нэп. Ты умрешь за это. А вот и ты! Начнем сначала. Я ищу реликвию, добычу из гробниц.
А, эту реликвию. Ладно, ладно, только Ирсу об этом ни слова. Ирсу? А ты ведь совсем ничего не знаешь, да? Я знаю, что прирежу тебя, если не заговоришь. Есть аукцион. Только для своих. Я хотел туда попасть, но Ирсу меня недолюбливает. Где мне достать приглашение? У Тахимет. Историка. Я пытался выиграть его, когда мы играли в кости. Мы играли на крыше к северу. Я все сказал. Клянусь гором. Прошу, не убивай. Змей пожирает себя! Скоробей тонет в песках! Стервятник летит! Те воры на западе навлекли на нас проклятие. Но я видела ее. Царица пришла за мной. Тьфу! Вот ведь дерьмо лошадиное. Это еще что? Дай перекинуть, а? Проиграю, заплачу тебе вдвое больше. Пожалуйста. Я знаю, у тебя есть приглашение. Сыграем на него. Деньги есть. А если приглашение нужно мне самой? Об этом не думал? Уверяю, мне оно нужно больше, чем тебе. Прошу, моя мать очень больна и просила меня. Твой дядя врет куда лучше. А его кто пригласил? Он с тобой? Первый раз его вижу. Ха! Плати, женщина! Ты жулик! Ты обманул и... его! Я знал! Обзавелась стражем, Тахимет? Лучше уходи, пока можешь. Ну уж нет, плутовка. Что ж, пеня на тебе. Не тех друзей себе выбираешь. Что? Я и так потеряла все деньги, а? Нэп? Баек, мне нужны не деньги, а сведения. И приглашение. На аукцион Ирсу? Ты ведь слышал, что я сказала этому рыжему пройдохе сутеху. Но мальчишка спас тебе жизнь, Тахимет. Ладно. Все равно я становлюсь старовато для этого. Осквернение, проклятие, фараоны, что вернулись из мертвых. Знаешь, что продает Ирсу? Что бы это ни было, оно навлекло на нас всех проклятие. Слушай, Ирсу негодяй. Он со своими подельниками нашел гробницу Нефертити и украл что-то оттуда. И она разозлилась. Смерти заслужил лишь этот дерьмоглот, но теперь она убьет нас всех. Приглашение у меня на вилле. Это у входа в Карнак. Бери. Коль боги позволят. Боги? Увидишь. А у меня игра на другом конце города. Сэму. Хэтхэм сэдрэ. Тахэддэн урихад. Мендуа!
Может быть, покой Тахимет где-то внизу? Что-то Тахимет имела в виду, коль боги позволят. Так, может, статуи можно повернуть? Повернуть в одном направлении.
Получилось. Легенды о фараонах времен Древнего Царства. Тахимет хотел узнать все о проклятии. Это список украденных реликвий. А про сферу тут есть? Как та сфера в Сиве? Сколько крови прольется из-за этой? Надо попасть на остров, пока реликвию не продали.
Я верну позже. Надо действовать аккуратно. Откусанное яблоко? На месте сферы? Ха, вор тот еще шутник. Наемники. Но где купцы, что платили им за защиту? С аукциона кто-то бежал. Откуда лодка? Может быть, с пристани на том берегу? Везли пленных. Этот умер раньше, чем они сели в лодку. Торги были в разгаре. Когда пришли солдаты? Кто-то решил воспользоваться суматохой и украсть реликвию. Это был солдат,
или кто-то еще? Стражников убили, а торговцев взяли в плен. Затем пленников отвезли к святилищу Хатшепсут. В любом случае, реликвию стоит искать там. Then... Меня не должны здесь заметить.
Я убивал ради этой сферы. Где артефакт? Иди ка попу. Не стоит злить меня. Мой пес-племянник украл его. Но он не знает, где гробница. Так скажи мне. Спроси других. Они знают, где искать. Ты о ком? Кто был с тобой? Омой мое сердце и убей меня. А мне все равно конец. Нет. Эй, куда пошел твой племянник, а? После аукциона мои люди погнали его на запад. Надо было убить всю их семью. Они хотели донести. Выходи, вор! Дай нам реликвию, и мы не скормим твои потроха стервятникам! Дитя хаоса! Ах!
прочь! Уходи! Ты тот мальчик из доков, Сутех? Нет, да, то есть, я никто, ничто, а ты кто? Баек, где артефакт, что ты... Прошу, оставь мне эту вещь. Моя мама, она так... Твои родители мертвы. Да, из-за нее. И если я отнесу ее в гробницу, Нефертити никого больше не убьет. Так чего не несешь? Мой проклятый дядя не сказал мне, где гробница. Он мертв. Да осветит Ра его путь. Отдай сферу. Я верну ее. Ты? Почему ты? Раньше я был Меджаем, мужем и отцом. Пол Египта я обогрел кровью тех, кто лишил меня этого. Все из-за такой же реликвии. Бери, бери. Я все понял. В чем дело? Мне показалось что-то не так. Ты обещал! Гробница Нефертити к западу от дороги, в долине. Ты же вроде не знал, где она. Это гробница архитектора. Я провел тут много времени и смог понять. Дядя мог послать туда людей, но я знаю другой путь. Ты помнишь об обещании? Да. Чем займешься теперь? Найду работу, буду жить честно. И почему в это так трудно дай дорогу! Что ответишь, пес? Потерпите, я приведу сюда помощь! Ответ... Откуда? Ты за все ответишь, пес! Ты за все ответишь, пес! Отвлеките противника, я прорвусь. Гробница Нефертити. Осталось ли тут хоть что-то?